Привет, Диана. Смотри, какой у меня купальник. Салют, друзья. Салют. Что ты сегодня будешь открывать? Учительский блокнотик. Вот такую коробку? Да. У нас есть такой наборчик. Это русалочка. Внутри этой коробки должна быть вот такая вот колба. И русалочка есть, да? Эту русалочку зовут Марина. Да. На коробочке нарисовано, что таких русалочек в коллекции есть 4. Можно собрать всю коллекцию и играть всеми. Да. Там еще какие-то водоросли должны быть и даже свет. Ну что, Диана, бери коробку, пошли? Да. Ближе к бассейну. Может, мы ее потом еще в бассейн запустим, и она будет плавать? Тяжелая? Да. Столик приготовили. Мы приготовили водичку. Открываем коробочку. Вот такая там колбочка. Ух ты! Какая красота! Там еще какая-то штука внутри. Что это такое? Держи вот это. Есть вот такая инструкция. Здесь показывается, как поменять батарейки и как включить русалку. Внутри колба очень красивая. Это имитация подводного мира. Есть водоросли, ракушки и звездочки. Мы почитали, что это волшебная палочка, с помощью которой можно опускать русалочку в воду. И также можно ее достать. Держи. Ну что, Диана, достанем Марину? Да, вот это. Она очень надежно запечатана. О, она уже работает. Диана сняла защитную штучку. А ну-ка, смотри. Она уже готова плавать. Вот такая красивая русалочка Марина. Привет, Диана. Смотри, какой у меня купальник. Марина хочет в воду. Хвостиком машет и машет. Смотри, Диана. Вот у нас есть такая волшебная палочка. Мы сюда на талию цепляем Марину. И вот так в воду. Бульк. Нальем водички? Держи русалочку. Здесь еще есть 2 запасных колечка. И 2 запасных батареечки. Все продумано. Расскажем отдельно про колечки, которые идут вместе с русалочкой. Они 3 цветов. Одно фиолетовое, розовое и серебряное. Эти 3 колечка имеют разный вес. Фиолетовое самое легкое, розовое среднее по весу, а серебряное самое тяжелое. Эти колечки нужны для того, чтобы русалочка плавала вертикально в воде. Да. Эта русалочка также может плавать горизонтально. Для этого нужно снять все колечки и вытянуть ручки русалочки вперед. Вот так она будет плавать у нас в бассейне. А вот так она будет плавать здесь. Попробуем сначала с розовым колечком. Диана, ты молодец. Диана еще заметила, что есть выключатель. И включатель. А там внизу лампочка. Значит, вот эта колба еще светится. Представляешь, как будет красиво ночью. Будет русалка плавать в свете. Это мы сейчас открутим, поставим сюда батарейки, и она будет светиться. 2 батареечки нужно. Молодец. Так. Диан, наливаем водичку? Да. Китя пьет водичку у нас из бассейна. Вкусно? Да. Красиво.
Еще будем наливать? Да. Диана сказала еще. Давайте попробуем нажать кнопочку. Свет переливается в зеленый, синий, красный. Видишь, Диан? Ты представляешь, как будет красиво? Посмотрим еще потом вечером. Так, ну что, ты готова пускать русалку? Да. Давай мы ее посадим на держатель. Ой, она опускается. Класс. Смотри, Диана, она на тебя смотрит. Говорит: Диана, привет! Мне здесь классно! Я пошла наверх! Ой, где-то она там в водорослях застряла. Диан, нужно спасать? Можно палочкой поправлять. Такая прикольная. Ты пытаешься ее достать? Вот так себе плавает русалочка у нас. Она похожа на рыбку в аквариуме, да? Русалочка, ты где? Какая красота! Ты хочешь ее достать? Да. Наталью ей нужно вот эту палочку. Достаем. Привет! Все. Все, тебе брали. Ты хочешь другое колечко попробовать? Да, это уже нет. Фиолетовое? Да. Попробуем другое колечко. Да. Ой, фиолетовое? Да. Это самое легкое колечко. Да. Так, одели. Будешь пускать ее? Да. На, я тебя одену, а ты запускай. Ой, травма. Бедная русалочка упала, да, Диана? Да. Поможем. Класс. А с фиолетовым колечком ей хорошо. Ой, ой, падает. Ой. Хочешь достать? Чтобы достать, нужно наловчиться. Русалочка. Русалочка, Диана тебя зовет. Достать тебе? Да. А что, ты хочешь еще одно колечко попробовать? Да. Русалочка, иди сюда. Ее нужно развернуть. Русалочка, ну не убегай от нас. О. Есть. Еще одно колечко попробуем? Да. Вот это. Какое? Вот это. Покажи. Серебряное, да? Снимаем фиолетовое. И мы будем еще лезть. И попробуем серебряное. О, самое тяжелое. Сейчас русалочка наша будет там внизу в воде плавать, что ли? Да. Клади так. Бык. Ой, там у меня летит палец. Ой, смотри, она вниз пошла. Будет ходить.
хвостиком по дну. Вот так русалочка плавает в своем аквариуме. Красота! Давайте достанем русалочку и бросим ее в бассейн. Идем. Идем. Но для начала ей нужно снять колечко, чтобы она не утонула. О! Вот так она будет плавать красиво. Плыви, русалочка, плыви! Плавает. Так далеко уже уплыла? Русалочка, о, остановилась. О, дальше плывет. Диана, как ты думаешь, нравится ей плавать в бассейне? Здесь так много места. Ой, пошла. Диан, смотри, на спине она не плавает, представляешь? Легла и лежит. Вот такая русалочка теперь будет с нами жить. Посидите на у меня. Пока-пока. И поехали. Класс. Нравится вам такое занятие? Да. Машенька, классика, да, за косилкой. Сюда тоже не хватает такого шарика? Найди вот такого цвета шарик. Найди. Да. Машенька хочет кукурузные хлопья. Диана, ну ты даешь. Кукурузные шарики. Самые огромные в мире бусы. Самое большое количество браслетов. И, конечно же, колечко на каждом пальце.